Ну что, здравствуйте, дорогие товарищи. Играем в Dark Tide с товарищем Сергеем. Будем выполнять поручение искупления по 90% точности. Попробуем все-таки на этот раз выполнить. Прошлый раз как-то не очень получилось. Не будем рассказывать, почему. Хотя этих товарищей надо поставить к стенке и расстрелять, как предателей Империума. Простите. Но, в общем-то, хочется верить, что сейчас все пройдет как надо. Тем более, что легкий опыт уже появился, и можно продолжать. Правда? Да, всем привет. Действительно, буду пробовать сделать это данное искупление, потому что с этим поделился мой друг. Он как бы объяснил то, что чтобы этот челлендж сделать с 90% меткостью и потратить боеприпасы, нужно просто револьвер. Либо Агриппину, либо Зарона. Но смотрите внимательно на таланты, чтобы не было плюс боеприпасов. Потому что там на ветеране есть отдельные билды, они будут вам мешать. Поэтому, чтобы этого не было, просто старайтесь вот это как бы не брать билды. Просто чтобы меньше патронов было. То есть, когда вы точно попадать будете каждого врага, а потом патроны кончатся, просто тупо ходите до конца с мечом в ближний бой. Ну и помогайте там по возможности. Начнем тогда. Так. Конечно. Ну что, посмотрим, кто к нам присоединился. О, все из Стима. Все ПКшники. Есть надежда, что все будет хорошо. Да, я очень не доверяю консольщику. Ну, как бы да, тут и сомнительные люди они. Этот кроссплей меня вообще никак, особенно в этом в играх от первого лица. Там если еще какой-нибудь от третьего лица какой-нибудь слэшер, то на джойстике там иногда просто даже удовольствие больше проходить, например. Этот Middle Earth Shadow of War и Shadow of Mordor на джойстике на геймпаде проходил, и было просто зашибись. Но там никакой стрельбы нету, там где есть эта стрельба, там она просто чуть-чуть совсем. А вот когда нужно быстро целиться, я даже не знаю, как. Это только, наверное, изувером играть. Хотя у нее тоже не сказать, чтобы очень мало стрельбы. Особенно у нее, по крайней мере, мои первые билды закончились на том, что я играл изувером с револьвером, как раз таки тем же самым. То есть режешь мелочь, отстреливаешь спешилов, которые, если что, на тебя нападают. Потом, правда, на оркусском нападении на болтах поменял, тоже было прикольно. Вот так. Я бы сказал так, что единственный класс, кто реально с револьвером нормально бегает, это изувер. Вот, просто как бы, потому что он очень быстрый, мансует хорошо, и ему проще попадать там, или... Или ждать эту атаку, не знаю. Что-то. А вообще фанат выбрал. Фанат выбрал. Хоть еще поле все. Точно, охотничья земля. На низкой интенсивности. Тут не собаки, мы, блин. Даже не отстреливать, а отпинывать. А тут, скорее всего, этот, ну, хотя я миссию выбирал простую, без собак, но, видать, они здесь все-таки тоже есть. Так, патроны я не беру. Yeah.
тут у тебя полным-полно патронов. Я, конечно, не настаиваю. Собака, блин. А я бы тебе сказал, знаешь, как иначе? Главное просто, допустим, того же... Вот сейчас щита Огрина можно прям тупо просто стрелять ему в щит и потратить патроны, которые уже, считаю, меткость 90 будет. Окей, кстати, да. Так интересное что, если решение, знал, да. Так что да, так что если кто не знал, если вы видите толпу бастионов, можете прям быстро тратить патроны на револьверах, стреляя в них. И тупо ходить потом резать. Но главное живите, потому что если умрете, у вас патроны снова вернутся. Ну да, этим мне и не нравится этот челлендж, что он такой, если его выполнять как бы правильно, знаешь, то он бессмысленно труден, а если его, да. А так его очень легко заабьюзить. Да, все верно. То есть челленджа тут из разряда только используй правильную тактику и все. Нас и модерн, да. Креативности. Ладно, так. Эх, что это у нас такое? Кто-то там шмаляет. Можно в дробителя, кстати, стрелять тоже. Вот, кстати, да. Так что это вам... даже полезно. Ой, собак дофига. Так что я переключаюсь на меч. А блин, о. Не успел. Бежал до этого. Учиться будешь? А, да-да-да, надо. Умирать-то не надо, нам надо жить же, правильно? Да. А смерть лишние патроны. А вы оттуда пошли, что-то я не так посмотрел, так. Давайте, обходите. Ой, не-не-не-не-не-не-не-не-не, я ее трогать не хочу. Эй, куда это попало? Площадочка была немножко. Стриманов скрепится. Ай, блин, все-таки кто-то. Ну, либо это новичок, или я не знаю. Граната. Граната. Блин. Вот такие. Режет. Яркие, да? А вот он. Попал. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, это было неожиданно. Неприятно. Да даже не то, что неприятно, неожиданно было, точнее, даже так. Так. Oh,
Так. 23 выстрела надо сделать и попасть. Да, кстати, чудовище можно тоже тратить все пули. Так, но я сейчас постараюсь. Кидаю гранату. Камень в голову. Работал как часы. Так. Да уже все накидали гранаты. Че он пишет? Зачем? Так. Не, типа, нужны тебе гранаты? Не, мне не надо, у меня же перезарядка на гранатах. Да. В течение каждой... Вот, сейчас так. Надо подготовиться. Так. Да, я выстрелил. Да. Хорошо. О! Щит, 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 щит. О, я его рано убил. Я рано его убил. 17 выстрелов надо сделать. Всего. Да, низкая интенсивность может быть не так уж и здорово. По собакам-то плохо попадается. Ну да, с револьверов собак не попадешь, да. А вот дробители эти, да. Второй этаж. Я пойду шифровать пока что. За тобой собака нет, бежал. Нет. Уже... уже другой человек. Ну, пускай чел сканирует. Там как раз искупление он себе сделает. Опа. Какое искупление? Просканировать этот, как его... ну, там же, короче, шифр, что ли, там надо сколько-то раз сделать. Осталось 5, а нет, 4 выстрела осталось сделать. Прямых попаданий. А все, патронов нет. Все, не могу близко пойти резать. Пойду наверх, да. Так.
Не, я чуть патроны не взял. По привычке, точнее. Это сейчас представляешь, мне заново бы опять надо было. Опа, опа, опа. Граната. А, нет, все-таки я кого-то, видать, убил, и опять надо взять выстрел. Ну ладно, три выстрела всего. Пойму, что ты выполняешь, что он будет ебать мозг. А мне по барабану, мне нафиг патроны. Он, видать, мне говорит, патроны тут, а патроны. Типа, возьми патроны. Да-да-да, он тебе, он тебя видит, он не понимает, что ты делаешь. Ай. Жаль, что я не могу писать шкалу, типа, процентов по меткости. Так бы я проще бы узнал. Ну да. Собаки, блин. Хорошо, да? Они. То ли... Ох, еще вот. Блин, я не загорелся. Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты, ох ты. Слушай, у меня уже знаешь сколько патронов? У меня 12. Опять надо будет стрелять. Что ты там берешь? Или у кого-то эти самые, кого-то есть? Да нет, это наверное талант, скорее всего талант. Ну ладно. Опять стрелять 12. Интересно, раз. Есть ли у кого-нибудь талант на то, чтобы восстанавливать союзников? Только это, наверное, нет, это только у ветерана, это не у изувера. Это значит, у меня там что-то стоит. Надо еще раз смотреть, что я там поставил, что вот так вот. У Огрина точно есть такой талант. Но он Огрина? Ну, только на себя. Или ты убьешь, и тебе вот бонус. Насчет Огрина я не помню, сказать тебе честно. Надо есть, смотреть есть. Там. Я вот недавно просто в третьей ветке. За убийство спецов и элиты. А, отстреливайте. Делаем все возможное, чтобы попадать. Обычных ботов тоже можно. Осталось сколько? 7 осталось выстрелов. Да, эти двое, наверное, не понимают, что я вообще делаю. Зачем я разу тупо стреляю и не беру патроны. Да. Да, вот так вот. Так, нет, это я не буду трогать, уже подожди. Очередной не стреляется. Я так и понял. Это блять. Еще собаки. А, больше.
Нужно больше собак. Надо держаться вместе, а то они толпучкой бегают. И дай стойкость, мало ли чё. Теперь опять 9 выстрелов делаю. А, короче, я понял, если я элитных убиваю, у меня патрон прибавляется. Все, я уже уловил суть. А чем мне прессов вообще? А чем мне прессов вообще не трогать? Это ж капец просто. Да? Тебе придется перестать быть тем, ради чего ветеран существует. Ради убийства и этих самых спешалов и элиты. Да я еще сижу, думаю, да что ж такое мне прибавляется потом, оказывается, если элиту убиваю вот этих, да, отбросов. Говорю, там, у тебя талант, скорее всего, такой. Да, у меня, наверное, такой талант. А, да, вспомни, при убийстве же у меня прибавляется патрон. А я тебе что говорил? Да, у меня прибавляется. Ну ладно. Ладно, как бы, сейчас доживем. Главное, чтобы выжить до конца. Ну да, а что еще делать? Ну тут сейчас чудище будет, как раз на нее можно патроны потратить. Я это брать не буду, спасибо. Я не хочу эту коробку брать. Так, ну это нам надо туда активировать и начинать. Я сюда пойду вот так. Граната? Куда вот? А, гранатомет. Попал. Ой, блин, снайпер. Попал. Это, знаешь, в вагоне нужно зайти, но банда на тебя будет бежать в каком-нибудь вот там узком месте, бутылочном горлышке. Ты такой просто насквозь всех. Ну да. Как вариант. Да, тоже так можно делать. А вы где, ребятки? Я вас ждал. О, раз, два, три. Ой. Нет, пусть режет этого. Все. У тебя еще есть патроны, я вижу. Не, все, вот нету. Вот нету, нет. А, ну я не буду это брать, это берите сами. У меня нет патронов уже. А, все, да, теперь нет. Просто видел, что это оранжевый. Сейчас красный, да. Да, сейчас. Интересно, граната считается? Не, граната не считается, нормально все. И ближний бой тоже. Только револьвер в руки и точно попадание, и все. Ох, поперли. Опа, меня в вагоне подловили. Этот чудище идет. Чудище идет. Ну спасибо. Ой, я взял кого-то, опять убил. Ну ладно, сейчас еще одну пульку потрачу куда-нибудь. А вот, в этого. Да, можно в отроде, кстати. Он идет сюда. Это тварь. Попал. Опять мне пульку надо заряжать. За то, что целому элиту как кто-то там убивает. Надо гранату, да? Ладно, давай.
Промазал, да, ну нафиг. Пустой, да? Да. Пустой. Да, пустой патрон сейчас, да. Проверять надо, что будет. Проверим. Проверим. Вроде я метко стрелял. Ну что? О, дали, все, все, дали, дали. Я сейчас скрин сделаю даже. Супер. Ну что? Сейчас. Ну что же, все, дали, заебись, как говорится. Вот такой вот челлендж, друзья. Короче, просто берите револьвер, Агриппина. Ой, извиняюсь. Пиздата поиграли. Короче, берете револьвер Зарона или Агриппина на ветеране и тупо стреляете метко. И вам вот так выдают вот эту самую скин. Я сейчас даже, если чего, могу скинуть, как бы... Да, понятно все. Скриншот. Вот, так вот, как-то так, дорогие товарищи. Если вам понравилось, если вы поняли, то, конечно же, лайки, подписки, шары и прочая фигня. Вам это будет приятно, нам будет полезно. Обязательно заходите в описание, там ссылки на кооператив Дружбы, на котором мы сейчас играем, кстати говоря. И Humold Russian Fleet, это второй мой Discord сервер. Мы ждем там Humold 3 пришествия. И другие соцсети также есть. Вот. А мы увидимся в этой или в какой-нибудь другой игре. Так что всем спасибо, всем пока. Император хранит.